В аптеке номер 202 на бульваре Остроконицкий многолюдно. Кажется, солнце за окном, плюсовая температура, а очередь за лекарствами меньше не становится. Каждый пришел сюда по своей надобности, но многие из клиентов, увидев сидящего за столом врача, не отказываются присесть на соседний стул. Проблема повышенного артериального давления не считается с возрастом, полом и социальной принадлежностью. Болезни системы кровообращения занимают лидирующее место в структуре заболеваемости. Болезни сердца являются наиболее частой причиной смертности в структуре смертности от БСК. И это такие, как инфаркт и инсульт. Для того, чтобы их не было, чтобы предотвратить эти болезни, необходимо регулярно измерять свое артериальное давление. Акция, которая в эти дни проходит в республике и в нашем городе, в том числе направлена на профилактику здорового образа жизни, своевременного выявления и лечения болезней системы кровообращения. Сегодня свое артериальное давление только в этой аптеке проверило более сотни человек. Каждый желающий мог получить консультацию врача-кардиолога. Кроме того, акция продлится и завтра. Будет работать горячая линия. Звонить и задавать вопросы можно с 13 до 16 часов по телефону 35 88 81. Илона Шавловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».